Мы продолжаем следить за чемпионатом мира. Сейчас на льду появляются Наталья Калижик и Максим Сподрев, спортсмены, представляющие сборную Польши. И, честно признаться, мы немножко так обескуражены, потому что ну, так хотелось, чтобы сохранили место в десятке для начала Загорский Герейро, ну, а во-вторых, чтобы побеждали не только представители одной тренерской группы, которая сейчас одна из самых популярных в мире. Плюс ко всему, 0,06 это ну, какие-то крохи. Ладно, будем верить в то, что наши спортсмены сумеют и дальше продолжать прогрессировать. А пока следим за тем, как развиваются события на чемпионате мира. На льду сильнейшая пара Польши. Наталья Калижик и Максим Сподрев. Ну, знаете, единственное, за что, наверное, можно похвалить польский дуэт, это то, что это новая произвольная программа. А остальное? Я ничего не понял. Я реально ничего не понял, что они хотели сказать этим танцам. Явно программа еще, конечно, не вкатанная. Это видно, и если сравнивать их с американцами или с нашими ребятами, то для меня, конечно, они однозначно сегодня уступили. Потому что, ну, песня была, вот особенно вторая часть программы, вроде начали неплохо, и какой-то был образ, но
потом пошла вот эта танцевальная музыка, песни. Они остались в каком-то своем вообще мире. Продолжали четко делать такие ощущения, как будто шаги из другой программы. И, конечно, к танцам, вот именно к танцу, как мы его видим, когда это дуэт, она там. Я вообще не понял, что хотели сказать ребята. В общем, мне кажется, такая какая-то даже общая такая растерянность повисла здесь. Бы в зале, если бы здесь был бы полный зал людей. Ну, наверное, если вот эта музыка, она должна там при полном бы зале, конечно, люди бы делали бы аплодисменты. Ну, она очень удобная, да, конечно. Там ритм для аплодисментов очень хороший, и современные тоже мелодии. Но ни костюмы, ни, опять же, характеры. Ну, в общем, все было отдельно. Поэтому... Я не знаю, как оценят судьи, вы видите, тренера Сильвия Новак. Была вот эта, кстати, интересная поддержка, вход в поддержку был интересный. Не знаю, но если опять же вот говорить то, что показали только что наши ребята, только то, что до этого показывали, да и американцы, и испанцы, ну вообще та разминка, да, то это... Ну, для меня, конечно, это слабее, гораздо слабее. Но, кстати, сейчас же ведь очень близкие результаты у тех пар, которые возглавляют протокол, как раз-таки американский, российский и испанский. И для того, чтобы остаться выше них, полякам нужно как минимум не меньшие баллы набирать, а это будет сделать достаточно непросто. Ну, в любом случае, молодцы, что подготовили новую программу. Возможно, они ее оставят на следующий сезон. Они внесут коррективы, она найдет свои акценты. Но она свежая. Не все же грязные танцы катать. Потому что грязные танцы, которые были в прошлом году, они прокатаны поляками, по-моему, еще на турнирах 4- или 5-летней давности. Потом они от них ушли и вернулись к ним. Так что новый прокат – это не всегда плохо. Даже скорее всегда хорошо. Нет, это всегда хорошо, но только за одно, но за то, что это только новый прокат, оценку не получишь. И оценка действительно не самая высокая. Вы видите, только 6-е место. Вы видите, слава богу, что мы одним глазами смотрим судьи. Здесь не случайно оказался. По сумме перемещается на 4-ю строчку поляки. И только 6-е по произволу. И только 6-е по произволу. Это логично. Так и есть. Этого не было ничего. Совершенно точно Загорский Герреро входит на чемпионате мира в 10-ку лучших, потому что впереди только 8 прокатов, а наши сейчас на втором месте. Ну, кстати, как я и сказал.